предложение только сегодняшнего дня – это великолепные мокасины Бенедикта. Это те самые мокасины, в котором вам будет невероятно комфортно совершать свои прогулки сейчас, на майские праздники. У нас с вами выдались такие длинные выходные, что я уверена, вам захочется провести их на свежем воздухе с вашими родными и близкими. И представляет сегодня эту коллекцию эксперт телеканала «Шоп-н-шоу» рубрики «Обувь», владелица собственного бутика модной одежды и обуви Мария Никулина. Встречайте. Здравствуйте, дорогие. Ну что ж, действительно, праздники будут длинные, и обещаю, они будут очень комфортные и обязательно красивые, дорогие мои. Ну что ж, мы с вами знакомимся с нашими мокасинами Бенедикта, которые выполнены в аутентичном стиле. Мне очень нравится то, что они такие необычные, красивые, стильные, очень по-европейски смотрятся. Вы уже обратили внимание на асимметричный шов, который венчает эту конструкцию. И, конечно же, вы обратили материал, из которого они выполнены. Это, друзья, натуральная премиальная телячья кожа и, конечно, ваша любимая бесподкладочная технология. А значит, мягкий кожаный бархат будет нежно обнимать вашу ножку. Внутри скрывается, конечно же, натуральная кожаная стелька. Она съемная, то есть вы всегда сможете ее извлечь из изделия и заменить, например, или вставить, например, в свою другую пару обуви. И, конечно же, конструкция максимального комфорта, дорогие мои. Мне очень нравится увеличенная восьмая полнота. Мне очень нравится элемент дизайна, а именно эта шнуровка, которая на самом деле является еще и абсолютно функциональной, то есть вы сможете их расширить под свой объем. Более того, если вы хотите, вы можете даже достать ее из изделия. И, конечно же, невероятная подошва. Подошва здесь также отвечает за несколько ролей одновременно. С одной стороны, элемент дизайна, подошва у нас с вами очень яркая, аутентичная. С другой стороны, она максимально надежная. И чуть позже дождитесь презентации, мы докажем вам, что она антискользящая. Ох, это большой плюс, конечно. Мокасины представлены сразу в нескольких цветах, самых популярных в этом сезоне. Белый сейчас на наших экранах выбирает для себя Евгения. Также у нас есть с вами очень модный серый цвет. Вот ты сказала, в 2021 году прям вот надо выбирать, если хотим быть абсолютно точно. По Pantone этот цвет называется французский серый. Именно так называют Pantone столь теплый оттенок. Белый мы уже с вами видели, но мы еще раз полюбуемся. Какое лето без белой пары! Согласитесь, самый летний цвет. Мой выбор на сегодня – это контрастный бело-синий цвет. Посмотрите, я его выбираю, обожаю, как ты сказала, круизная коллекция. Абсолютно. Очень красиво. Далее у нас с вами есть великолепный синий. Сегодня я от него в восторге. Такой джинсовый цвет, очень приятный. Ну и, конечно, яркий красный выбор нашего эксперта Марии Никулиной. Это для яркого образа. Посмотрите, как смотрится эта пара. Стильная и очень красивая. И это главный товар сегодняшнего дня. Самая выгодная. Выгодная покупка в течение дня на телеканале Шоп-н-шоу. Кроме этого, она еще очень красивая и невероятно комфортная. Размер от 36 до 41. Эта пара, кстати, эксклюзивно создана для наших телезрителей. Скажи, пожалуйста, как выбрать размер? Сделать это проще простого. Вам нужно выбрать на размер больше, потому что здесь у нас европейская размерная сетка. Смотрите, Женя носит 40 размер обуви, 27 сантиметров обхват ее стопы в пучковой зоне. Именно здесь мы с вами определяем наш полноту. У Жени, к слову, 10-я полнота. Видите, сложная стопа и вальгусные, и варусные есть нарушения. Стопа с высоким подъемом. На свой 40-й размер Евгения выбирает 41-й размер мокасин Бенедикта. То есть делает свой выбор на размер больше, то, что я уже сказала чуть раньше. Поэтому, друзья мои, просто нужно сделать на размер больше. Ой, потрясающе. На самом деле, знаете, за 9 лет сотрудничества с брендом Кюмфо продано более 1 000 000 пар нашим телезрительницам. Вы обожаете этот бренд, вы обожаете эту обувь, а я люблю эту цену и всегда рекомендую делать первую покупку, начиная именно с главного товара дня. Ты знаешь, часто вот примеряешь обувь в магазинах, и мы понимаем, что да, удобная, но она некрасивая, или наоборот. Да, ты знаешь, это как с едой, она бывает или вкусная, или полезная. Мне очень нравится, что наши мокасины Бенедикт, они невероятно стильного, аутентичного дизайна. Посмотрите, как они идеально встраиваются в любой образ, и с платьем, и с джинсами, и с брючным костюмом. И ты знаешь, мне очень нравится, что они при этом очень удобные. Арина, это очень важно, и нужно об этом сказать прямо сейчас, потому что здесь у нас увеличенная полнота и конструкция максимального комфорта. Ой, да, я, знаете, сейчас сижу в них, и я не могу налюбоваться на
на красоту. Я не могу насладиться этим комфортом. Вы знаете, я сегодня пришла в кроссовках очень удобных. Mm-hmm. Мне так казалось до того момента, пока я не примерила эти мокасины. Как только я их надела, я поняла, что это не просто красивая, стильная, как ты говоришь правильно, аутентичная обувь. Это еще и максимальный, вот 100% комфорт натуральной кожи. Абсолютно точно. Друзья, мне нравится натуральная кожа тем, что, во-первых, это материал, который будет подстраиваться под ваши ножки. То есть посмотрите, какая здесь просторная колодка. И, конечно же, высочайшая выделка натуральной телячьей кожи дает нам эти возможности. Стелька у нас с вами, посмотрите, выполнена из замшевой фактуры кожи. Обратите внимание, какая она у нас мягкая, бархатистая. Это бахтармяная сторона натуральной кожи. Но стелька здесь непростая. Помимо того, что она выполнена из натурального материала, она еще и анатомическая. Пяточный амортизатор помогает снять нагрузку с позвоночника и суставов. А чашеобразная пяточка, друзья мои, помогает нам с вами корректировать вальгусные и варусные нарушения. Поэтому, конечно... Одна такая стелька стоит около 1000 рублей в магазинах. Выбирайте, звоните, заказывайте. 40% экономии только один день. Мне нравится необычная, конечно, подошва здесь, да? Она как будто профессионально-спортивная. Ощущение да. такое. Ты знаешь, действительно, так это можно об этом подумать. Мне очень нравится подошва. Мне нравится, что она еще прекрасно амортизирует. Женя, я хочу тебя попросить, пока тебя крупно показывают, покажи, что эти мокасины еще можно носить и как сабо. Друзья мои, вот видите, я вам в самом начале сказала, что здесь у нас одна пара и два варианта ношения. И благодаря тому, что натуральная кожа очень мягкая, на наших мокасинах не остается залома. Слушай, ну вот знаешь, бывали такие случаи, когда я упала на скользкой поверхности. О, ужас какой, ничего себе, друзья мои. Но наша подошва еще и очень обладает антискользящим эффектом. Вот смотрите, мы сегодня с Ариной весело начали свой день. Да. Посмотрите, вот мы смоделировали ситуацию. Видите, мокрый пол, и мы пляжем. Что называется, не боясь. Вот так вот, они еще и не скользят даже на влажной поверхности. Вот мы повеселились с утра. Цена только сегодня. Звоните, звонки бесплатные.